Сотрудниками наркоконтроля Гомельщины установлена и ликвидирована подпольная лаборатория по производству особо опасного психотропного вещества мефедрон. В результате проведенной спецоперации установлен 35-летний гражданин Российской Федерации, который в Гомеле, в снимаемом в наем доме, организовал нарколабораторию. Изъято оборудование, прекурсоры и психотропное вещество весом 300 грамм. Для распространения запрещенных веществ фигурант привлек двоих граждан Республики Беларусь, один из которых был курьером, второй распространял психотропы путем закладок на территории Беларуси. Все участники преступной группы задержаны. Возбуждено два уголовных дела за незаконный оборот наркотиков, психотропов, их прекурсоров и аналогов. За это предусмотрено лишение свободы до 20 лет. Хочу отметить, в текущем году подразделениями по наркоконтролю ликвидировано 4 подпольные нарколаборатории. 2 из них на территории нашей республики. Еще 2 в России совместно с коллегами из этой страны. Причем изготовителями дурмана являлись наши граждане.